наилучший ответ на это то, что компания инвестирует, продолжает инвестировать огромные средства в инфраструктуру Мирнинского района. Я напомню, что строится прекрасный новый аэропорт, продолжает строиться. На выходе проект по финансированию новой установки комплексной подготовки газа, который еще с 60-х годов сегодня работает. Газификация Удачного, строительство нового жилья, финансирование образования, здравоохранения. Если бы мы хотели здесь работать вахтовым методом, не было бы смысла осуществлять эти инвестиции. Что касается Накына, Верхней Муны, определенные направления внутри ГОКов, там, где руководители ко мне приходят, говорят, нет там или водителей больше грузов готовых, или по энергетикам есть проблемы. Где-то в какой-то мере, десятки человек вахта используется, но никаких планов переводить абсолютно нет.